Крупное ДТП произошло в Табасаранском районе, близ села Гелин-Батан. Трое человек погибли, трое находятся в реанимации. Еще одна смертельная авария зафиксирована в Карабудахкенском районе. В результате ДТП с участием трех автомашин погибла женщина. Двое мужчин с различными телесными повреждениями госпитализированы в больницу. По данным фактам собран материал для принятия процессуального решения.